Всем добрый день, дорогие мои зрители! Я собрала цветущую компанию моих фаленопсисов. И там и мои, и новиночка, которую недавно приобрела. Немножко позже ее ближе покажу. И я хотела запечатлеть момент цветения, потому что основная масса моих орхидей стоят на цветоносах. А вот эти вот, это у меня две, это вообще хитрые орхидеи, они не растили цветоносы, это у них летние цветоносы остались, как-то я их пропустила, и вот таким вот порадовали меня скромным цветением на два цветочка. Сорт прекрасный, это старый Будда вариации бабочка, сорт ароматный, это из старых голландцев в моей коллекции, не знаю почему, но вот очень любит этот сорт клещ. Я боролась с клещом 2 года. Вот-то видно старые там следы. Почему-то вот если клещ где-то есть, то обязательно он первым делом съест Будды. Это не только у меня такое. Наверное, они сладкие и розетки, и они сами по себе. Ой, аромат обалденный. Они ароматные, они красивые. Гляньте, какие крапушечки. Очень такой интересный сорт. А, фокус набрал. И губа такая у них красивая, и сепали, и петали, и все шикарное, просто шикарный сорт. Мне хотелось показать. А вторая орхидейка, тоже у меня летний цветонос. Я не забыла его обрезать. И это у меня тонка под номером 11. Мне просто повезло. Я покупала в 2000, сейчас скажу, в каком году, 2000... В 2017 году я покупала тонку 11, вот, обычную форму, но мне повезло, у меня расцвела бабочка, такая вишневая, красивая, цветок достаточно крупный, смотрите какой, великолепный, тонкие, они очень долго цветут, я называла даже как-то, когда продавались, долгая жизнь. Фаленопсисы с долгой жизнью. Ну, вот имелось в виду, что они очень долго держат свои цветы. Вот такой вот чудесный сорт. Мне просто повезло. Для меня это вишенка. Цвет такой реально вишневый. Немножко темнее, нежели камера передает. И следующая моя, это моя Тоши. Прекрасная. Еще один бутончик. Видите, она так медленно их раскрывает. Я снимала видео уже давно. Вот она стоит. И я ею наслаждаюсь. Поставила на самое видное место. Дома, в доме, и просто наслаждаюсь. Даже муж сказал, ну какая красота. В общем, всем нравится. Это, смотрите, какой прекрасный пилор. Это мультифлора Gypsy Festival. Вот такие красивые. Я не знаю, как гроздь виноградная. Чудесный сорт. У меня было 2 цветоноса. Один я случайно сломала, и вот такой он разветвил свое цветение, немножко бутонов отсушил, неправильный был полив, забыла я его полить вовремя, но тем не менее такая гроздь красивых пилорчиков меня радует, замечательный сорт, всем его рекомендую. И последний, это моя новиночка, наверное, последняя в этом году. Это биглип с такой вот кругленькой губой. Скорее всего, это биглип голландского сорта калейдоскоп. А, ну, названия не было, но это какая-то такая новиночка. Очень интересный. Я его что-то мимо проходила, но потом увидела по адекватной нормальной цене и купила его. Ну, красивый такой сорт. У него неоновая серединка, немножечко искажает вот. Если при дневном свете у нас погода такая мрачная, ничего видно не будет. А вот при таком искусственном свете, вот он такой прям с мерцающим эффектом, видно немножечко, да? Вот, губа у него такая, ну, красивый. Сорт не крупный, но не крупноцветковый. Сейчас даже замерю. Вот. У меня есть линейка, я прям подготовила. Где-то 6,5-7 сантиметров. Вот старые как-то были немножко крупнее 7. Немножко уже все отцвели. А это новенькие, раскрывшиеся в моих условиях. Вот такая компания девчонок.
хотелось мне их показать. Такие собрала, знаете, девчонки, собрала их в одну кучу и радуюсь. Красивый сорт такой. Они все красивые. Вообще, я считаю, нет некрасивых орхидей. Все они безупречные, такие утонченные. Такая орхидейка я купила у Ценку. Если кто знает название, девчонки, подскажите. Я думала, что это Юманта. Вроде правильно, может, я ошибаюсь. Я потом на экране напишу название. Вот. Ну, там немножечко более язычок в крапушечку. Такие более выраженные крапушки. Ну, может быть, это просто покупное, света мало было, я думаю. Ну, кто знает наверняка, девчата, вот подскажите. Цветок крупный, вот, крупный цветок. Я его брала у Ценочки, розеточка у него хорошая. Остался всего один цветочек. У меня есть азиатский, у него немножечко темнее губа. Ну, цветет очень обильно, шикарно. Очень похож на... этот сорт на Юманту. В общем, кто знает, подскажите. Буду очень благодарна. Все, мои девчонки, желают всем вам хорошего настроения. Пусть у всех все обильно цветет, чтобы мы друг у дружки все это дело смотрели, наслаждались чашечкой кофе в это тяжелое время. Будем держаться. Все, желаю всего всем самого наилучшего. Мира во всем мире.